Привет всем на канале Дивкодоискатель. Всем привет. Сегодня неожиданно, блин, забыли про приветственное слово. Но ничего. Сейчас подъедем до места. Проехали. Боялись, что грязь. На нашу новую распашечку едем втроем сегодня. Олег нас напугал, что сделает сегодня все. Он весь YouTube перерыл с настройками на ваниш. Сегодня он нас просто порвет. Да, сегодня именно так и будет. Не переключаемся. Сейчас приедем на поле. Включимся еще раз. Приехали мы на наше место, на новую распашечку. Надеюсь, будет что показать сегодня. Не переключайтесь, ждите находок. 19. Похоже на пятачок. Или гильза. Сейчас проверим. Угу. Вот еще что может быть. Пробка водочная. Тридцать четыре. Неужели нам повезло? Сейчас узнаем. Может, даже удастся в онлайне выкопать империю. Нет, это не империя, это ложка. Вот так она звучит тоже. Зараза. Двигаемся дальше. Тут все копано-перекопано уже нами. 35-36. Тут как можно пройти минус такой сигнал? Может, снайперка не увидела? Что же это такое-то? Интересно даже. Ну, на империю похоже. Неужели нам повезло? Не будем заранее. Yes. Yes, yes, yes. В онлайне нашли. Че это такое? Прям очень похоже на пятачок. Или 3 копейки. Сейчас помою, покажу поближе. Yes, первый империал. Вот такую шайбу нашли. Но пока я не могу понять, что это такое. Ну, наводись на резкости. То ли 5 копеек николаевские, что ли, такие большие. Вообще, при жизни, похоже, профиль затерт. Ну ладно. Потом покажу, что это такое, когда идентифицируем. Не без находок и Денис у нас. 3 копейки 61-го года. И вот из алюминиевой бронзы делали, походу. Может, кольцо хотели сначала сделать, шайба или еще что-нибудь. И вот какая-то, типа, ну, бижутерия, наверное, медная какая-то. А что, Олег там? Нашел че? Вот, смотри, какая шайба. Может, опознаешь, что это такое? Смотри, еле попал. Пятак похоже. Какой-нибудь 850 какой-нибудь. На Александровке, наверное. Не видно? Шайба, да? Звучало капец просто. 35. Капуста, походу. Да не, капуста не может быть. Хотя можно. Не, ну для капусты маловато. Это, она будет меньше. Ну ладно, потом почистим, посмотрим.
Я сейчас думаю, копейки Николая Второго, а ни хрена. Олег у нас... Охренеть! Сохран, да? Бомба! Офигеть! Копеечка 24-го года. Просто мечта. Так, ты начинаешь нас делать. Да, нет, еще. Отлично. Такой же сигнал 19-20. Ну, видите, как закон подлости. Пятачок. Ранние советы. Пять копеек. Так, наводись на резкость. Что-то стала камера плохо наводиться. Алюминиевая бронза снова. Не получилось в онлайне выкопать. Потому что перед этим какую-то шнягу поднял с таким же сигналом. Отлично. Вторая монетка. Двигаемся дальше. Сигнал был опять 17-18. Сначала подумал напильник. Но что-то вообще даже следов на нем нету. Интересная штучка. Как кол какой-то. Так, ладно. Двигаемся дальше. Неужели империя? 21-23. Прям чётенький звучок. Без всяких хрипов. Очень. Ага. Вот, пожалуйста. Вторая часть от ложки. Блин. Вот тебе и чётенький сигнал. Сигнальчик был такой рваненький, ненадежненький, но все равно копнул. Это у нас очередная колесико от керосиновой лампы. Ну прям смотрите. Со всеми делами. На реконструкции кому-нибудь даже пойдет. С резьбой, со всеми делами. И скорее всего здесь иностранная какая-нибудь надпись. Берем. Пятнадцать чистенький, но слишком уж громкий. Не предвещает ничего хорошего. Но все равно копаем. Сейчас Дениска крикнул, говорит, точно он сегодня нас сделает. Олег уже три монеты поднял. Нас уже точно сделал. Пока. На данный момент. Не включил, что ли? Ну что это такое? Блин, а, монета, по-моему, да? Нет. Жопка от батарейки, блин, а как монета прям? Капец. Обломись. Идем на водопой. Что ты там еще поднял? Да копейку еще простреленную, блядь. Пару гильз. Не матерись. 20 копеек по мане, 15 копеек еще и 10. Рамочный. Я офигею. Ты точно нас делаешь сегодня? Это же копейка была, ну, да? Ну да. Простремили. Двадцатник. Рамочник. Пятнашка. Охренеть. Все. Это я, это я выбросил. Глянь. Че? С веревкой. Это я выбросил. Я хотел сначала с собой забрать, а потом думаю, выброшу. Неужели империя? Ну-ка, ну-ка. Дорогая моя, аккуратненько давай. 25 это. А, хрен там. Блин, опять. Алюминиевая фигня какая-то. Обломись. Да. Опа!
Ну-ка, ну-ка. Советский рубль? Да. Хрень вылез, я думаю, блядь, медаль что ли какая-то. Опять, блядь? Я же запишу. Да, ну ничего. Запикаешь. Нет, тебя запикать не буду. Супер, это, по-моему, юбилейный. А, нет, юбилейный. Нормально, все, тоже находочка. Ну 12 прям чистенький такой. Пора бы мне уже вообще догонять вас, мы зря походу штат Кабул. Ну вот и 12 был и пропал. Да. Обломить что ли? Ладно, если найду, что путное покажу. И я вас догнал. 2 копейки. Ух ты, какой сохранчик-то. 27-го года. А, поверили? 2 копейки, алюминиевая бронза. 16 звучал, не поверил, не стал в онлайне. А зря. Наконец-то 3-я монетка. Догнал, ребят, я. Сигнальчик чистенький. Смотрите, сколько следов вокруг. На топтыше. Пропущен сигнал. Да это мы же и ходили, кто еще. Выбитых мест не бывает. Ну и куда? Что-то похоже железяка. Перестал быть чистенький сигнал. Рваный какой-то. Да что за еще? Ну, где ты? Что, это вот фигня, что ли, так звучало? Быть такого не может. Нет, нет. Это у нас монетка. По-моему, что, опять пятак, что ли? Поперла. Только Денис проговорил вчера, что пятаков нет. Я уже, по-моему, 3-й пятак сегодня. Пять копеек. 1928 год. Отлично. Ранние советики. 4-я монета. Наконец-то я догнал, ребят. Отлично. Блин, у Олега кончились батарейки. Ё-моё, запасных нет. Дениске сегодня подфартило. Я ищу, Олег копает. Офигеть, 20 копеек, серебрушка. 28-й. 28-й, кстати, по-моему, это... А, нет, Александр 26-го, по-моему. 28. Офигеть. Хе-хе-хе. Класс. Я же говорю, советский. Супер. А я пятачок 28-го нашел тоже. Прикинь. Близко к цене был. И 2 копейки тоже 28-го, да? 26-го. 28-го сегодня? 38-го. Или 38-го. Отлично. Я уже думал закругляться. Нет, еще, наверное, походим с часок, да? Да, ну.
Ну что это у нас тут такое? 12. Что-то сегодня ни одного рамочника, ни щитовика. Обычно их здесь много бывает. Ну, куда делся-то? Как обычно, все пропало. Ладно, если что путное найду, покажу. Все-таки это монета с глубины. Сегодня все-таки штатка сработала. Это похоже... Че, двадцатник? Да. Сейчас помоем, покажу поближе. Итак, это у нас 20 копеек, рамочник, 1953 год. Отлично, какая опять уже монета. Ну, можно сказать, супер бомбический коп сегодня с тремя металлоискателями. Жалко, что у Олега аккумуляторы сели. Идем к машине. Время 11 часов, а уже пекло за 30 градусов. Капец. Сейчас придем, покажем, что мы намолотили сегодня. Да? Супер бомбический коп с тремя металлоискателями. С двумя с половиной, потому что один сдох. Половинка. На этом сегодня все. Походили немножко. Вообще сегодня супер бомбический коп. Олег сегодня рекорд за рекордом ставит, смотрите. 3 целых монеты и одна пробита. 4 монеты. Пуля, гильза. Блин, вообще. Что значит поверить в себя и поверить в прибор, да? Так, ну вообще-то Денис нас сегодня сделал. Он двадцатник серебряный нашел. Это вообще. А так в целом тоже 5 монет. Ну и у меня 5 монет тоже. Империя. 2 пятака, 20 копеек и 2 копейки. Супер, ребята. Поздравляю. Спасибо. Почти вы. Всем пока. Давайте, до завтра.